поздравляем со своей квартирой. Будь счастлив. Ключи от однокомнатной квартиры и сертификат на покупку бытовой техники из рук главы Реутова Станислава Катарова. Сергей Кузнецов уже пятый ребенок-сирота, который получил муниципальное жилье в этом году. Очередная церемония прошла в День защиты детей в администрации города. Сергею 18 лет, он оканчивает колледж энергии и планирует поступать на аэрокосмический факультет Бауманки. 10 лет играет в футбол, есть девушка, уже строит планы на новое жилье. Сейчас обустроить квартиру мебелью. Устроить, так сказать, уют в доме. И потом можно будет уже съезжать и жить одному. Волнение, очень сильное волнение. Это вот первый раз такое. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто, так сказать, принял участие в этом всем. Что так вообще получилось и так сложилось. Всем огромное спасибо. Всего в этом году обладателями собственного жилья в Реутове станут 8 детей-сирот. А за последние 2 года ключи от квартир в муниципалитете получили 18 таких ребят. Наталья Григорьева, Сергей Сомов, телеканал ТВ Реутов.